Так, ну что, у нас продолжение. 17 часов. Ой, что-то тяжелое там, ё-моё. Так. Закутала нет, конечно. Оба-на, что-то там. Что-то манго, наверное. Манго мы любим. Смотрите, как будто даже спелое. Так, ну тут... Ой, ну надо будет, походу, что-то там про Андрюшку еще почитать. В общем, новое утро, новый сюрприз. Опа-на, что за анаконда, саранча идет, а? Что это вообще? Оно живое. Самое интересное, я всегда, каждые выходные или через выходные рассказываю, вот, смотрите, одно из своих ведер завел, она теперь живое. Но по факту-то больше ни хрена не показываю, ну... Потому что мне нечего вам больше показать. Я не знаю, выйду в этом году вообще куда-нибудь на гоночку или нет. У меня есть идеи, как это все провернуть. Но неизвестно. Но я вот показываю, машина заводится уже. Не надо никуда в другое место ехать ее заводить. В общем, если у вас есть желание меня поддержать, как-то порекламиться в моих видосах, вы мне напишите. Это стоит, ну, недорого, я считаю. Вот, сейчас как раз новый видос выходит. У нас еще впереди интервьюшка монтируется. Ну и впереди еще куча видосов, просто вот этот месяц выпал, потому что холодно было, сложно добираться, сложно работать вообще, ну сами, я думаю, понимаете. Ну а сейчас будем продолжать снова, так что если вам кому-нибудь что-нибудь интересно, заклеить тачку или в видосах порекламиться, то я это с удовольствием с вами это все обговорю. Пишите мне, не стесняйтесь, это стоит не 100 тысяч рублей. Ну я и за сотку готов, понятное дело. Вот так вот. 34-й Skyline, конечно, это была мечта детства. На Need for Speed, на Underground, на Форсаже. Ну, я на этом покатался, все это дело выкинул и просто продал чуваку там за 250 тысяч. Ну, это реально копейки. В общем, страховка мне выплачивает неплохую сумму. Полетел в Японию. С вами находимся в музее классических автомобилей ETS. И сегодня я вам немного расскажу о Chrysler New Yorker 1976 года. Так, признавайтесь, кто сглазил? Что за дела? Уже вернулся домой, у меня тут все отрыгнуло, здесь отпало, короче. На еще я посылась. Ну, короче, это. Остудили, завел, заехал, все, поставили. Оно снова не живое.